Первый международный детский фестиваль «Средиземное море 2015». Ождет столица талантов. Меня зовут Валерия Кожемякина. Мне 13 лет, я из Москвы. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему тебе посчастливилось сегодня сидеть среди членов жюри? На самом деле я не знаю, но я очень рада, что меня позвали сюда, потому что сама я только выступала и никогда еще не была. И очень интересно попробовать себя с другой стороны. То есть обычно я выступаю, а сейчас буду судить. И мне очень интересно посмотреть, но мне кажется, что это очень сложно, потому что нужно судить детей, и это же твои сверстники, это как-то очень странно даже с какой-то стороны, но это еще очень приятно. Как ты думаешь, что сложнее, выступать самой на сцене или все-таки судить кого-то из зала? Даже не знаю. Мне кажется, и то сложное, потому что, когда ты выступаешь на сцене, тебе нужно зацепить зал, чтобы зал вместе с тобой начал танцевать. А когда ты в жюри, тебе нужно смотреть всякие нюансы, как человек выступает. Но на самом деле, мне кажется, что более сложная задача стоит у жюри все-таки, потому что особенно если судишь детей, потому что дети, особенно вот если маленькие, которым по 5, по 6 лет, они очень милые, и бывают те, которые очень круто поют, а бывают те, которые очень круто себя подают на сцене, и очень сложно выбрать, особенно кого-то одного, когда нужно. Давай какой-нибудь совет участникам. Вот что, на твой взгляд, как певица, исполнительница, самое важное для того, чтобы хорошо выступить? Мне кажется, что нужно просто зажечь на сцене, когда ты на нее выйдешь. И самое главное – это оставаться с собой. Потому что бывает, что выходишь на сцену, смотришь на жюри, и там кто-то сидит с таким лицом, типа «нет». И все, и человек сразу такой: «Я неправильно пою, я ничего не знаю». И все, и у человека начинаются нервы, а голос от этого сжимается, и все становится вообще плохо и ужасно. И самое главное – это оставаться с собой, даже если там какой-то дядя смотрит на тебя вот так вот, нужно просто продолжать улыбаться и зажигать. Юная певица, которая сейчас выйдет на эту сцену, воспитанница театра-студии «Непоседы», моя коллега и моя подруга Валерия Кожемякина! Встречайте ее! That special love you sure will last way beyond this time. Mothers never die. Mama mia, I'm a better person thanks to your love. I'm a better soul since I am your child. This world a safer ground when you
Валерия Кожевякина, Москва, Россия. Сегодня мой избранник, отшумевший звонкий праздник, вспоминается мне. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные. Мчится всадник прямо в осень, не замедлит свой бег. Кто-то скажет, кто-то спросит, как ты прожил век. Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, как жаль. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, гадания цыганки, медовый пляж. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки. Валерия Кожемякина с разноцветной ярмарки. Ваши аплодисменты.